В истерике кружилась мама Валя. На заднем фоне замер папа Толя. В радиусе метров воцарился жесточайший хаос, когда всем понятно стало, сын остался без диплома. Мама не кричит, хватит плакать, не смей. Я не спорю, надо, но послушай, отец есть. У меня своя волна и на своей волне меня где-то поджидает успех. Боже, как хотел я увидеть день, и как посчитал бы нужным жить мечтал. И вот однажды, как обычно, я летал во сне, вдруг увидел солнце и тогда себе сказал: я выбираю жить в Каи, я выбираю жить в Каи, я выбираю жить в Каи, я выбираю жить в Каи. Это был сон, в котором я не прогорал, не огорчал родных и не нуждался ни в чем, в котором мне не пришлось скрывать глаза и лгать давним знакомым. Мол, в жизни моей все хорошо, в моем рюкзаке пару моих носки. И пускай начало оставляет желать лучшего, все, кто меня помнит, знает, я не был таким, а значит и у вас получится. Ведь все, что я хотел, это видеть свет, и как посчитал бы нужным жить мечтал. И вот однажды, как обычно, я летал во сне, вдруг услышав музыку, я сам себе